Канск встретил биатлонистов идеальной погодой. Солнце, практически полное отсутствие ветра и комфортные минус 6. Казалось, бежать будет одно удовольствие. Однако далеко не всем трасса отдалась легко. Не тренировались неделю, когда были морозы. Вот. Тяжеловато было. Ну ничего, справились, продышались. Сказались и затяжные морозы, которые не дали спортсменам как следует подготовиться, и особенности канских подъемов. На них в свое время оттачивали мастерство такие знаменитости биатлона и лыжных гонок, как Евгений Устюгов, Павел Ростовцев, Ольга Ромасько и Ольга Медведцева. Последняя, к слову, частый гость на турнире Стольникова. Первый подъем, он даже с годами, смотрю, там с возрастом легче не становится, наверное, все-таки такой же длинный, такой же там... Под определенным углом. Ну, дети спокойно справляются с этим, молодцы. Спокойнее всего себя на трассе чувствовали канские спортсмены. Для них это родные лыжня и стрельбище. Они тренируются здесь и знают каждый подъем и поворот. Но и несмотря на это, волнуются. Ведь биатлон – это непредсказуемый вид спорта. Трасса, да, на самом деле сложная. Первый подъем – это надо преодолеть себя, это... Всего лишь круг, когда бежишь гонку, 5 кругов, это на 5-м кругу бежишь, уже все, не можешь. Сложно. Для кого-то старты здесь стали первыми победными и привели к олимпийскому золоту. На это надеются и участники сегодня. Краевое первенство объединило около 150 спортсменов из 9 территорий Красноярского края. Надо от массовости, конечно, переходить к мастерству. И мы надеемся, что вот эта школа, которая здесь заново возрождается, она будет давать еще ни одного чемпиона. В первый день соревнований на масс-старт вышли девушки и юноши. Хороший результат в этом виде обеспечил более удачную позицию в пасьюте во второй день турнира. Впервые в этом году организаторы связали между собой эти две контактные гонки. В масс-старте, как и в других видах биатлонной гонки, главное это, наверное, все-таки стрельба. И тот, кому она не удается, уходит на штрафной круг. К своей дистанции за каждый промах прибавляет еще 150 метров. Результаты на рубежах для многих стали определяющими. Чисто удалось отстреляться единицей. Некоторые приходили к финишу не благодаря меткой стрельбе, а хорошему ходу. Таким пришлось по-настоящему побороться. Тяжело, очень даже так тяжело, потому что из-за стрельбы на штрафные круги зашел на стойки 6 кругов. Тяжеловато. Ежегодно турнир в Канске привлекает внимание начинающих спортсменов со всего края. Эти соревнования не последние в спортивном календаре, но они дают возможность сделать промежуточный вывод о сезоне и оценить биатлонный резерв региона. Анастасия Мосина, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.